Капуры рассматриваются как одна из семей основателей Болливуда. Каково же было удивление, когда Радж Капур оказался втянут в скандал из-за внебрачной связи. Радж был счастлив в браке со своей женой Кришной, когда прекрасная Наргиз похитила его сердце. Радж и Кришна остались в браке. Отношения Амитабха Баччана с Рекхой никогда не были скрытыми. Амитабх женился на Джае Бхадуре, но пламя между ним и Рекхой оставалось теплым. В конце концов победили отношения Амитабх и Джая. Радж Бабар и Смита Патиль. Смуглой красавице Смиты Патиль было что-то эксцентричное. Радж Бабар был сражен ею. Он оставил свою жену Надиру, чтобы жениться на Смите. Однако Надира милостиво приняла своего мужа, когда Смита умерла из-за послеродовых осложнений. Одна из самых обсуждаемых тем Болливуда была между Шатруханом Синхой и Риной Рой. Жена Синха Пунам поймала их двоих много раз, однако Пунам оставила все как есть и приняла своего мужа обратно. Говинда и Рани Мукерджи были одной из самых востребованных пар, которую хотел заполучить каждый режиссер. Ходили слухи, что эти двое состояли в отношениях. Когда все это закончилось, возлюбленное детство Говинды Сунита приняла его обратно. Трудно поверить, но Шахрухан, король романтики, тоже допустил промах. Предполагается, что у него был внебрачный роман с Приянкой Чопрой. В американском ток-шоу, когда Приянку спросили о вещах, которые у нее есть от ее бывших бойфрендов, она показала кожаную куртку, которая была замечена на Шахрухе много раз. Аджай Девган и Каджол составляют могущественную пару, но этот человек тоже пал жертвой красоты. Ходят слухи, что он довольно близко подобрался к Кангане Ранаут во время съемок фильма «Однажды в Мумбаи». Каджол пришлось поставить Аджаю ультиматум, чтобы он вернулся в семью. Акшай Кумар всегда был похож на Казанову, но как только он женился на Твинкл, он стал любящим и верным мужем. Именно мировая красавица Приянка Чопра заставила этого человека свернуть со своего пути. Твинкл взяла у Акшая обещание, что он не будет поддерживать никаких контактов с Приянкой.